Всех приветствую, с вами Оксана Майкова, и сегодня мы разыгрываем наши призы. Первое – это бутылка вина, второе – это хамон, и третье – это сыр. Поехали! Переходим на сайт случайных чисел. Нас участвует 25 человек. Кто же выиграет бутылку вина? Номер 13. Посмотрим, кто же у нас номер 13, кому посчастливилось. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Татьяна. Татьяна номер 13. Смотрим выполнение конкурса. Так, смотрим. Где же публикация самого конкурса? Так. Вот она. Татьяна Сухачева. Вы выиграли бутылку вина. Следующий. Это хамон. Поехали. Номер 4. Кто же у нас номер 4? Давайте посмотрим. 1, 2, 3, 4. Александр Букинист. Вы у нас номер 4. И посмотрим выполнение задания. Так, Александр, ищем конкурс. Где же вы его определяли? Вот он. Так, Александр, я вас поздравляю. Хамон ваш. И сыр. Последний приз – это сыр. Поехали. Номер 5. Рядышком. Это Михаил. Михаил, вы выиграли испанский сыр. Давайте посмотрим, как был опубликован конкурс у вас. Вот он. Ребята, я вас поздравляю. Большое спасибо всем за участие. Приглашаю вас участвовать во всех моих конкурсах. И призы придут вам по почте. Всего доброго. С вами была Оксана Майкова. До свидания.